Привет, мои хорошие. Как всегда, что я делаю? Что я делаю? Я жду своего мужа. Он пока собирался, как принцесса. Теперь чаек допивает свой сигареткой на балконе. А, все, закончил. Не может быть. Мы с дочерью, вон дочь тоже на диванчике. Ждем нашего принца. Уже где-то примерно час, наверное. Мы собираемся на завтрак. Сегодня у нас воскресенье, хотим пойти позавтракать где-нибудь. Йо, Ксеничек, мюром. Шикарный дверь, сон. Все, наконец-то закончилось его чаепитие, сигарокурение и так далее. Так, мы выходим. Мои хорошие, приехали мы в деревню, в село, называется Чичекли. Чичекли — это цветочная, если переводить. От Измира примерно, ну, минут 15-20, наверное, мы ехали, если не считать время по городу. Чинар. Чинар? Эве. Так, я видела в Инстаграме, в сторис у своей подруги. Они приезжали с семьей на завтрак. Мне понравилось это место. И вот решила свою семейку вывести сюда. Так как дочь тоже приходит раз в месяц. Ну, было бы очень хорошо всем вместе позавтракать. Сейчас мы быстренько найдем это кафе. Там речка еще должна быть. Смотрите, да, сады, огороды, все цветет. Какая красота! Боже, какой здесь воздух! Так, куда-то мы доехали. Biraz geri gitme şansımız var mı? Şu büyük arabayı bir çıkarsak. Nereye kadar da şey mi? Şu sola kadar çıksanız araba görelim. Так, попросили чуть-чуть отъехать назад, чтобы машина могла выехать. По-моему, мы доехали. Приехали мы в прекрасное место. Здесь, ну, небольшая, но речка все-таки. Там столько народу. Очень много народу. Ой, посмотрите. Очень хорошее место. Мой, как всегда, перекур у него. Зельврос. Я мула чекаем сегодня. Обирался, наверное. А, гордо. Это стол после завтрака. Видимо, самое козырное место вот здесь. Ну, прям у воды как бы. Я не удивлюсь, если со временем столы и вот как бы установят на той стороне прямо у воды. Это будет вообще замечательно. Ай. Yağmur, el salla. El salla bakayım. El salla, el salla. Принесли наш завтрак, потихонечку приносят. Здесь, знаете, из-за того, что мы сидим прямо под деревом, пыльца от дерева. Мы сперва подумали, это пыль.
Потом поняли, что это не пыль. Burada bir şey mangal var mı? Var. Gördüğünüz büyük masa mangal masası açık alanda. Gazadan kapalı yerler zaten mangal. Şey, o zaman kartı nereden aldın? Ben size veririm. Tamam. Yumurtanızı gönderiyorum. Başka ekstra bir şey istemiş miydiniz? Yok. Bir de çayımı değil. Tamam, onları gönderiyorum. Evet, haşlama yumurta değil mi? Evet. Ama çok haşlamasın ya. Sulu olsun. Ага, девочки, хотите посмотреть варенье из помидоров? Вот, пожалуйста, варенье из помидора. Что только нам не принесли на завтрак. Здесь морковь даже есть. Морковь. Вот. Сейчас еще яйца ждем. Очень-очень вкусно. Нам все нравится. Муж говорит, не знаю, за что браться. Говорит, на самом деле вкусно здесь. И воздух такой приятный. Прям бесподобно. Кто живет в Измире, девчонки, советую. В сторону Манисы выезжаете с Чекликей, кафе Чинар. Все, уходим. Там, кстати, детская площадка тоже. Сейчас я вам ее покажу. Как площадка? Ну, там дети кучкуются, играют. Прыгают, играют, радуются, веселятся жизни. Гелиор. Вон там детки. Здесь клоуны всякие. Развлекают детей. Молодцы. Нерды. А здесь мясо выбираешь для мангала. Здесь все уже готовое. В следующий раз мы думаем сюда приехать всей семьей и устроить мангальчик. О, грибы, то, что я люблю. Мантардавар. Закуски. Отсвечивает вам. Ну и фрукты. Одну клубничку я сворую. Татлы, чокс, очень сладкое было. İçeriye çekelim, içeriye bakalım bir de. Кабина. Кто хочет отдельно посидеть? Mangal burada yapıyor değil mi? Orada, kapalı yerde. Ya orada da yapıyor. Şurada pişiyor. Pişin yani. Ya şeyde. Ha. Açık yerde yapıyor. Yapabiliriz değil mi? Tabii dışarıda da. Ay gel gel benim çantam. Gel bakayım burada şey var. Это кабины там для зимы, для холодного времени суток. Burada da maç da izleyebiliyorsun. Aha, televizör daha есть. Maç izlemek için geliyor. Ha, evet. Abagrivatel есть. Orası kışın. Isıtma da var. İki tane de var. Два обогревателя. Ну да, это точно для зимы. Ну, стоянка здесь своя у них. Мы подъехали, оставили машину у входа, они сами ее куда-то поставили. Название кафе. Мне вообще эта деревня понравилась. Она оправдывает свое название. Именно вот мы приехали, все деревья в цветах. Она называется цветочная, и все деревья тут в цветах. А
Сейчас нашу тарантайку пригонят. Что, aşağıda işte? Aşağıda mı? Şurada. Evet. Вот об этих деревьях я говорю. Красота. Ай. Кюп. Bilmem bak. Burada cebinde olmalı. Собачки. Три штуки аж. Ne oldu? Аж три собаки. Не знаю, они грозные, не грозные. Я-то не боюсь собак, но все равно. Ай, какая красота! Что-то она как-то на меня подозрительно смотрит. Не рискую. Все, пока закрываюсь, мои хорошие. Здесь по дороге мы остановились. Небольшой такой лес, парк, не знаю, как назвать. Здесь место для мангалов. Там наверху полно народу мангал делает. Там вглубь очень много. Там тоже, по-моему, есть. Присматриваем на следующую неделю, чтобы приехать с семьей мангал. На мангал. Или сюда, или в то же место, где мы были. Buradan bir şey gözükmüyor ki. Отсюда особо ничего не вижу я. Туда подниматься надо. Сейчас чуть-чуть. О, закрыто. Интересно, а где вход? А, нет, открыто. Видите, там столы, на машинах приезжаешь, детские качели, чего только я там не вижу. Не нравится, она бедная. Девочки, захотелось зеленой алчи. Она только-только у нас появляется, и знаете, такая дорогущая сейчас. Мы гуляли со Светой вчера, и она была 150 грамм 10 лир. А здесь взяли вот такой вот пакетик, тоже за 20 лир. Ну, почти такая же цена. Мы сейчас будем наращивать. Я ее очень люблю. Выехали. Турецкие цыгане. Музыка у них, тазовый барабанщик. Женщины радуются, молодцы.